небо тучами затянуто. Сейчас, наверное, такой ливанет дождик, что мало не покажется. Вот так у нас здесь. Такое пустынное место. Там корпуса, а здесь такое поле зеленое. И небо такое темное-темное. А здесь Хуалинг, так называемый город Тбилисского моря. Это впереди гостиница. А прямо там парк. Вот я направляюсь туда. Ну, не знаю, если дождик даст, туда дойти, не знаю. Посмотрим. Вот это гостиница Хуалинг. Вот там прямо Тбилисское водохранилище, или как мы называем Тбилисское море. На велосипедах ездят хорошо. А вот здесь новый парк. Ой, мальчики, смотри, прямо. Очень хорошее место как раз для велосипедист. Просторное. Парк новый. Недавно только его заложили, так что деревья еще маленькие, как видите. Людей вообще мало. Все боятся дождя, наверное, потому что собирается дождик. Вот такая большая площадь парка. И гром гремит. Дождик будет. Все-таки думаю. Самолет здесь у нас проходит, воздушная линия. Недалеко этот аэропорт. И вот постоянно здесь самолеты летают. Там далеко поселение тоже, село какое-то. Это то место, куда я вас привела сейчас. Это то место, где лягушки квакали, что у меня видео есть. Так, хочу вам показать парк. Елочки еще такие маленькие. Когда они вырастут? Лет так через 15. Здесь много скамеек, можно посидеть. Вот как раз эта погода и позволяет здесь отдыхать сейчас. А то днем здесь очень жарко. Открытое место. Солнце печет. Так что надо ждать, пока вечер будет. К вечеру уже, когда солнце садится, тогда сюда приходят люди. Сейчас не очень-то и рано. Который час? Час, наверное, 5 вечера, наверное, будет. Но из-за того, что погода пасмурная, потому и прохладно здесь. Вот отсюда смотрите, какой вид. Очень большой город.
внутри там у него, в нем есть и бассейны, и школа, говорят, будет. Все дома похожи друг на друга, как близнецы. Большая автостоянка внутри тоже. Вот это бассейн, по-моему, здесь. Прямо. Пойдем сюда. Посмотрим, что тут. Только одни велосипедисты ездят, и все. Ну, это как раз для них хорошо, потому что никто не мешает, и дорога здесь, видите, как тротуарчики какие ровненькие, аккуратненькие. Там для них как раз и сделана эта дорога. Вот лягушки. Я опять вас провела сюда. Слышите? Вау, я думала, их уже не будет. Оказывается, они еще квакают и квакают. Сцена. Как я вижу, очень большое место. Красивое, такое просторное, прямо красотища, ну, одним словом. Гуляй, не хочу. Да вон лягушки, вон они. Квакают. Ближе. Ближе подойду. Это понятно, этот водоем искусственно, наверное, создан. Потому что здесь я не помню, чтобы была вода. Ну и вот так-то. На краю города. Вот такие звуки природы. Поющие лягушки. Вместо соловьев лягушки. Охо-хо-хо-хо. Что их брачный период еще не закончился? Послушаем их пение. Небо темное, там уже гроза далеко. Надеюсь, что это пронесет здесь нас, и дождик пройдет мимо. Девочки тоже прошли, видео снимают. Гроза была. Сегодня у нас 12 мая 2019 года. Там такой мостик через этот водоем. Ой, лягушки, ой, лягушки распелись. Да, я представляю, как здесь будет красиво лет так через 10, нормально, но 15-20 это вообще будет прелесть. Красота здесь будет.
деревья вырастут. Может, здесь что-то и другое еще добавят, построят. Так что будет красотень. Ну, пройдусь по этому мостику. Здесь даже, наверное, ночью подсвечивается, видите? Фонарики, да. Ночью, наверное, еще и светится эта дорожка. Да, небо темнее и темнее, так что нам надо побыстрее домой собираться, а то... Хотя у меня и зонтик есть с собой, но все равно. А так картина красивая, правда? Зеленая трава и темно-синее небо. И водичка рядом такая. С детками здесь тоже, видите, гуляют. Здесь насосы стоят, наверное, эту воду откачивают или что они здесь делают. Да, и, наверное, здесь тоже фонтанчик есть, потому что он стоят маленькие такие насосики. Черные точки — это головастики еще. Головастики? Черные точки. Ого, сколько их тут! Это что? Сколько их много, не? Ага. Так что лягушек здесь будет полно. Такие цветочки здесь. Раньше здесь виноград рос. Некоторые деревья еще остались. Не вырубили их. Ого, какое небо. А сейчас мало уже осталось. Да, а там он на горе. Что это, розовые цветы, что ли? Ага. Цветочки, видите, как много, поле целое цветов. Так красиво. Даже малки вот здесь растут. Видно, Вилийское водохранилище. Там лошадки вот такие стоят. С двух сторон. Джаб, джаб. Ай, я. С двух сторон. Ветер подул, значит, дождик скоро будет, нам уже пора уходить отсюда, а то никакой зонтик не спасет. Вот так красиво здесь. Воздух, конечно, я вам скажу, свежий такой. Ой, хочется гулять и дышать. Да, вот тут Вилийское море, мы всегда... Летом туда ходим, там купаются, вон столько машин там, люди уже, наверное, рыбу ловят, коровки ходят, вон сколько коровок, потом я вас тоже туда свожу, покажу когда-нибудь. Thank you.
людям, а люди. Ну, кто не боится дождика, тот может. Мне ж похолодало сразу так уж. Хорошенечко. Ого, какой ветерок. Возле гостиницы такой фонтан. Это гостиница. Вот такой возле гостиницы кувшин. Вино таких делают.